Харьков ИТИС, информация КЗ 0500 UTC, рабочая ВПП 25, заход по ИУС, состояние ВПП сообщалось за 0435 UTC. Мокрая, измеренный коэффициент 0,63, оцененное сцепление на поверхности хорошее, задержка не ожидается, эшелон перехода 1,2,0. Минимальная абсолютная высота наведения 2000 футов, температурная поправка учтена. РД, места стоянок и перрон мокрые. Диспетчерское разрешение на вылет выдается Харьков руление на частоте 133,250. Погода аэродрома, ветер магнитный ВВП 25, зона приземления 290 градусов 7 метров в секунду. Конец ВПП 270 градусов 6 метров в секунду. Видимость ВПП 25, зона приземления 10 километров. Облачность рассеянная 330 метров, значительная кучево дождевая 600 метров. Значительная 990 метров. Температура 7.4 кН, H9, 9.6 гектопаскаль, КФИ 9.77 гектопаскаль. В зоне посадки и в зоне взлета ожидается умеренный сдвиг ветра. Прогноз на посадку без существенных изменений. Подтвердите информацию ЭКО на вылет на частоте 133,250, на прилет на частоте 118,8. Факи ватис информэшн ЭКО 0500 UTC, runway in use to 5 expect ILS approach. Runway condition reported at 0435 UTC. Wet measured coefficient 0.63, estimated surface friction good. No delay expected, transition level 1 to 0. Minimum rate of vectoring altitude 2000 feet, temperature corrected, taxiway stands and apron wet. ATC clearance will be delivered by Hockey ground on frequency 133.250. Present weather, surface wind magnetic runway 25, touchdown zone 290 degrees 7 meters per second, stop and 270 degrees 6 meters per second, visibility runway 25, touchdown zone 10 kilometers. Cloud scattered 330 meters, broken CB 600 meters, broken 990 meters, temperature 70.4, QNH 0996 hectopascals, QFE 0977 hectopascals. Focused moderate wind shear and approach and in climb out zone, trend and OCD. Advice information echo on first contact for departing aircraft on frequency 133.250 for arriving aircraft on frequency 118.8.